Кишиневе акция протеста против власти, олигархов и коррупции. По оценкам организаторов, митингуют 50 тысяч человек. По данным полиции, 15-20 тысяч. Идет сбор подписей за референдум о всенародных выборах президента. Сейчас главу Молдавии избирает парламент. Митинг объявлен бессрочным. В ближайшие дни на площади у Национального собрания появятся утепленные палатки, заявили лидеры оппозиции.